Всем привет! Сегодня хочу вам показать фокус картами. Новый, значит, что нужно, колода карт. И, значит, фокус заключается в том, что мы выбираем карту. Значит, выбираем карту, вот ваша карта. Теперь вставляем ее в середину колоды. Таким вот образом. Вставляем в середину колоды. Так, и... Да, и мешаем колоду, то есть срезаем колоду. Раз, два, давайте, три раза срезали. Давайте теперь помешаем карты, чтобы убедиться, что карта потеряна в колоде. Таким вот образом. В общем. Так. Можно еще раз сделать то же самое, только что-то. Еще раз, раз, два, три, четыре, пять, чтобы убедиться в том, что карта потеряна в колоде. Теперь мы берем, мешаем карты обыкновенно. Я сделаю помедленнее, потому что видео что-то плохо показывает. Еще мешаем карты обыкновенным образом. Еще мешаем карты. Сделаю помедленнее, потому что что-то у меня видео плохое. Еще мешаем карты. В общем, помешали карты, убедились, что карта потеряна в колоде. Теперь делаем еще один помесь, еще одну помесь. Значит, мешаем карты таким образом: раз, одни вниз смотрят, другие вверх смотрят, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз и вверх. Одно плохо, что я забыл, это вытащить джокеров. Я только что заметил, что у меня джокеры в колоде, это очень плохо. Ну, не, ладно, раз они там уже ничего не могу поделать. Значит, смотрим. Значит, есть карты, которые смотрят, поставлены наверх. Смотрят наверх. Есть карты, которые помешаны, смотрят вниз. И есть карты, которые смешаны и вверх, и вниз. То есть, смотрят в противоположную сторону. Значит, что мы делаем? Значит, ставим колоду. Теперь я делаю щелк и говорю абракадабра. И вуаля! Как вы видите, все карты в колоде смотрят вниз, кроме одной карты, нашей шестерки червовой. И как видите, никаких здесь больше нету трюков, все карты смотрят вниз. Так, все, спасибо за внимание, спасибо, что смотрели, и верьте в магию, и до свидания.